15 минут до старта. Вы видите, какая погода. Ну, вообще так, по ощущениям, сейчас градусов 12. Море значительно теплее. Оно-то не остывает. Сочувствую юным шахматистам, которые собираются сейчас на тур. Родители волнуются. Первый тур самое волнующее. Вообще швейцарки — это длинные турниры с небольшим количеством туров. Просто гениальное изобретение для шахмат. Не знаю, как для других видов спорта. Наверное, для бокса не очень здорово, когда первый встречается со 120-м. А вот в шахматах это как бы шанс показать себя. Когда тебе дается возможность встретиться с лидерами. Так, ну вон. Это в ту сторону идут участники всероссийского конкурса «Таланты России». А здесь вот это уже шахматисты, вот опытные бойцы. Вот тут уж это не так просто ребята стоят. Вы могли бы подумать, что это случайные люди, которые не отличают пешек от шашек. Нет, это совсем другие люди. Это бойцы, проверенные. Но посмотрим, что у них получится в первом туре. Так, вот в порядке живой очереди. Настроение у всех боевое. Так, главное напиться как следует перед туром, потому что я знаю, многие от жажды проигрывали, воды не хватало, поэтому пейте больше. Так, ну я теперь попытаюсь тоже проникнуть. А мы пойдем. Так, а мы стесняемся. Понятно. Вот я иду и аккуратненько смотрю, что будет происходить. Ну, народу, естественно, полно. Ну, практически чемпионат России. Вот примерно в таких же условиях можете себе представить. Спокойно, не волнуйтесь. Войдут все. Войдут все. Спокойствие, только спокойствие. Вы тоже волнуетесь. Понятно. И вас пустят тоже. И вас тоже пустят обязательно. Но не сразу. Так, ну вот, главный судья сказал, можно заходить. И давайте посмотрим, как они будут заходить.
Господи!